Жители ОАЭ празднуют национальный день. 46 лет назад Эмираты объявили о создании независимой этой Великобритании Федерации. Глава Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Объединенных Арабских Эмиратов халифу бен Заида аль-Нахаяна и народ этой страны с национальным праздником. В крупных городах Эмиратов проходят концерты, спортивные соревнования и даже авиашоу. Кстати, День независимости ОАЭ отметили и в белорусской столице. Посольство Объединенных Арабских Эмиратов организовало торжественный прием для дипломатов, представителей министерств, ведомств и общественных организаций. Отмечу, в этом году Беларусь и Эмираты отметили 25-летие установления дипотношений. Взаимных интересов у стран немало. Это нефтепереработка, машиностроение, а также сферы спорта, науки, здравоохранения и туризма.